Претензий к автоледи быть не может, а сотрудники ГАИ окажут всю необходимую помощь. Начальник ГУМВД России по Челябинской области Михаил Скоков высказался о ситуации, где женщина с ребенком-инвалидом в салоне влетела в экипаж ГАИ, который преследовал нарушителя. Напомним, авария случилась на перекрестке улицы Воровского и Доватора. Экипаж ДПС преследовал синий БМВ без госномеров. Но на перекрестке патрульный автомобиль не увидела челябинка за рулем Форд. В салоне ее авто была 9-летняя дочь-инвалид. Я вчера попала в аварию с автомобилем ДПС. Двигаясь на своем автомобиле Форд по крайней левой полосе на зеленый сигнал светофора, я совершила столкновение с машиной ДПС, которая двигалась на красный. Мать-одиночка боялась, что ее привлекут к ответственности. Но после инцидента руководитель ГУМВД России по Челябинской области отметил, что нужно грамотно и адекватно оценить ситуацию. Сотрудники ГИБДД выполняли свои обязанности по пресечению правонарушения. Но вместе с тем к девушке за рулем иномарки, которая не увидела патрульную машину со спецсигналами, никаких претензий быть не может. Более того, сотрудники ГАИ готовы оказать матери-одиночке всю необходимую помощь. Кстати, лихача на синем БМВ позже тоже вычислили. В данном поступке я вину свою признаю, полностью раскаиваюсь. Больше такого не повторится. Его оштрафовали на 1000 рублей и провели воспитательную беседу.